Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Савелий Тимохов. Это очередное видео на моем канале Болгария Микс. Зажжем. Сегодня такое интересное видео. Сейчас нахожусь в ресторане Петр Первый. Находится он в старом городе. Очень приличный ресторан. Петр Первый, как понимаете, русский владетель. Здесь открываются просто какие-то умопомрачительно замечательные виды. Вот просто посмотрите вот на эту красоту, сейчас я вам ее покажу. Очень красивые виды на весь Пловдив. Вот отсюда видны различные районы, траки, там Изгрев и самые различные другие. Вот сам ресторан. Выглядит он в царском стиле, достаточно красиво, люксозно. Внутренний зал, есть вот второй этаж. Такое все бархатное, цивильное, цветочки. Достаточно неплохо, я вам скажу. Ну что ж, давайте пройдем вовнутрь этого замечательного, хорошего ресторана. Чем же известен этот ресторан? Во-первых, здесь продаются пельмени, борщи и шашлыки, то есть... Очень вкусная, я бы даже сказала, хорошая еда. Вот, на второй этаж. Здесь также собираются русские, чтобы праздновать различные православные русские праздники. Например, на Новый год здесь русские праздновали, вообще дискотеку устроили. Русская песня, кстати, вы слышите? Здорово, здорово. Это такие... Старинные антикварные часы. Очень красиво и богато. Такое золотое покрытие на белом, что это, мрамор, да, скорее всего. Ну и вот так вот он выглядит. Дерево, искусственное дерево с подсветкой. Красиво. По-моему, это персиковое, если я не ошибаюсь. А вот, ребят, если мы пойдем чуть ниже, мы окажемся на таких замечательных террасах. На такой террасе, дворике, я бы даже сказал. Вот мраморный пол, хорошие стульчики, фонтан красивый. Вот очень все выглядит очень круто, богато, я бы даже сказал. Здесь что-то вроде барбекю. Вот фонтан, к сожалению, он не функционирует в данное время. Вот, да, вот здесь что-то вроде барбекю. Дырвы не выглядишь-то. В данный момент заказал себе мороженое. Просто очень вкусное. Шоколад, ванили. Очень хороший микс. Советую вам попробовать. Сегодня я был на состязании по болгарскому языку. Свети Иван Рилский. Некоторые вопросы, 20 вопросов. Надо было на них, ну, отвечать, ну... Такая олимпиада, состязание. Я надеюсь, я справился. Было достаточно трудно, но и не очень прям уж impossible. Участие в олимпиаде стоит 8 лев. Также, ребят, супер, очень крутая новость. Лично для меня, надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь. Меня община Пловдив наградила поездкой в Приморску. Это Черное море, то есть... Девочки, пляж, все в порядке. Наградила за то, за участие в жизни школы, за хорошую учебу. И меня учительница предложила в общине. И, в общем, я поеду абсолютно бесплатно на 4 дня. Ребята, это вообще просто очень круто. Чисто мне позвонили моим родителям, сказали, не против ли они. Ну, естественно, они не против. И, в общем, ну, потом мне сказали, я просто... До меня был шок, я вообще, даже до сих пор я не понимаю, вот за что, ну, опустим этот вопрос. Ребята, как выглядит ресторан Петр Первый на улице? Достаточно красиво, таких старославянских карикатуре, вот такое здесь, достаточно красивая вывеска, очень крутая, русский ресторан Петр Первый. Реально очень так красиво выглядит. Резиденция Старый Град. И по-английски то же самое. Вот это
пошла вниз дорога, а вот и сам вход. Здесь также вот такой вот вход красивый. Вот как я вам говорил, оливье, салат, селедка под шубой, пельмени, борщ. В общем, можно покушать. Ребят, вот мы взяли два мороженых из трех шаров. И это получилось нам 9 лев. Оттуда сами считайте, дорого или недорого. Каждому по-своему. Ресторан Пылдин. Улица выглядит именно таким образом. Именно потому, что мы находимся сейчас, как я говорил ранее, на старом городе. Впечатляет, ребята. Сегодня 28 апреля, 25 градусов тепла. Достаточно жарко. Я очень-очень этому рад, ребята. Одна из улочек. Здесь продаются всякие антикварные и сувенирная продукция. Здесь продается ручки с символикой, всякие вот такие вот мелкие вещи. Или вот карточки. Один мой хороший знакомый используют их для посткроссинга. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Ребят, ну, конечно, вы знаете. Вы же мои подписчики. Как вы не знаете? Вот дома довольно старые. Вот. Тоже сувенирная продукция. Слева, справа. В общем, это всюду, потому что людей здесь много. Туристов особенно. В большом количестве. Вот всякие майки. Вот вам о чем я говорил. Антикварные вещи, вот такие вот. Это скорее вот для сувениров. В них нельзя готовить. Вот кукольные вещи. Вот такая кукольная кукла. Кукольная кукла. 4,50. Что примерно 130 рублей. А вот это художественная галерея. Городская. А вот возле этого памятника люди любят фотографироваться. Вот как мы наблюдаем сейчас. Это тоже художественная галерея, академия. Также она танцевальная, музыкальная и художественное искусство здесь. Вот труд на счастье и здравие. А вот и сама академия. Ребята, вот на фоне меня находится арт-галерея, называется Филиппополис. Раньше так назывался наш любимый город Пловдив. Советую вам посетить. Здесь находится на улице Сборна. И на этой замечательной ноте я хочу закончить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал, мне будет невероятно приятно, ребята. Также я, естественно, замечаю, сколько комментариев мне вы пишете. Это просто очень круто, спасибо вам большое за это. На этом с вами прощаюсь. До скорой встречи, пока.